Неделя молодежи в Мозырском районе началась с легкоатлетического забега в парке культуры и отдыха «Победа» на старт молодежь. И на дистанции в полкилометра воспитанники спортивных школ нашего города выявляли сильнейших, а то и просто получали удовольствие от бега, соревновательной атмосферы, да и просто общения друг с другом. Сегодня у нас проходит пробег на старт молодежи, в котором принимают участие воспитанники спортивных лагерей. Нам этот пробег организовал отдел спорта и туризма, которому мы очень сильно рады. Дети счастливы принять участие в этом пробеге. Приятно было видеть в числе зрителей родителей наших молодых дарований, которые всеми силами старались не подкачать, не подвести своих верных болельщиков. Переживал сегодня за свою дочь Злату. Значит, занимается легкой атлетикой, занимаемся уже больше года, плодотворно работаем. Дочка довольна, в принципе, постоянно посещает тренировки, сейчас спортивный лагерь. Вот. Ну, естественно, это необходимо, при том, что у нас вся семья спортивная. Стремимся и дочке привить это все с самого юного детского возраста. Ну, и вроде как все получается. Забег мне очень понравился. Я много старалась. И вообще, спорт – это дело хорошее. Дедушка Злат Игорь Сергеевич Негреев возглавляет футбольную команду «Монтажник». Так что мимо спорта эта талантливая девчонка не могла пройти, как и наша следующая собеседница, чей отец Сергей Финдикевич – мастер спорта международного класса по гребле на байдарках. Дочь мастера весла, как видимо, решила посвятить себя легкой атлетике. Я бы хотела достичь каких-нибудь результатов, поучаствовать в соревнованиях. Я уже один раз участвовала в соревнованиях в Гомеле. Я вот люблю заниматься спортом, ну, благодаря этому хорошо бегать свободнее, то есть даже на физкультуре пригодится, вообще, чтобы быть здоровым тоже. Кстати, легкая атлетика – универсальная дисциплина, и не случайно именно ее выбрали организаторы для начала недели молодежи. А молодежь, как известно, в Беларуси очень любит спорт, физическую культуру, ведет здоровый образ жизни. Мне нравится легкая атлетика, благодаря ей я научилась бегать. Мне нравится легкая атлетика, я занимаюсь, и мне нравится, потому что я умею быстрее бегать и прыгать хорошо. Уже сам факт участия стал победой для мальчиков и девочек, тех школьников, кто связал свою жизнь пусть и на небольшом этапе со спортом. А он, спорт, делает нас всех немножечко лучше. Все мальчишки и девчонки, занимайтесь спортом. Кто-то из участников забега станет знаменитым спортсменом. Кому-то бег позволит держать себя в отличной физической форме. Возможно, ребята выберут для себя иной вид деятельности, но нет сомнений, что этот день, 21 июня, пробег на старт молодежь останется с героями нашего сюжета навсегда.